Don't try to stop me, Shepard. I have to do this. I've already activated the project. We can still escape this rock. There is no escape. There's no redemption for what you've done. I will die, never having seen the Reaper's blessings, and you will just die. Damn it, Kenson! Ну зачем все усложнять? Почему всегда надо все усложнять? Зачем это надо? Вот это уже нечестно. Обходить меня с другой стороны — это просто против правил. Какое там ловушки, дура. Глупая женщина. Так, очищенный нулевой элемент. Отлично. Нет, понимаете, в чем проблема? Я как бы отношусь с уважением к девушкам, женщинам и прочим, но не к таким глупым. Ну, причем, как бы, она, повторюсь, не виновата, но, блин, с другой стороны, это как-то все печально. Ну, виднее будет находиться здесь. Оу, это могло быть больно. Ты совсем не прихренел там чуть-чуть, нет? Посмей пробежать сюда, я тебя убью, сволочь. Да мразота, как ты успел щиты восстановить? Да пошла ты. Applying flame tech. Я тоже для тебя есть подарочек, сволочь. Например, такой, что ты от счастья замерзнешь. Ведь можно было все решить миром. Но нет, вы так не умеете. Вечно пытаетесь убить Шепарда. А мне приходится мстить. Doing so will stabilize the reactor core. Cooling rod A reinserted. Reactor cooling process has begun. I need more time. Get in there. Нужно ей время, блин. Мне тоже нужно больше времени, но, к сожалению, у нас осталось всего ничего часов. И это напрягает. Так, секундочку. Продолжаем разговор. Ну,
Оу, как я слепой еле-еле успел спрятаться. Меня гранатой вынесло. Собака. Не дает мне прицелиться по нему. Отлично, потрошки в него выпали. Это реальное извращение какое-то. Что, неужели тебе холодно, дружочек? Надеюсь, тебе понравилось. Так, я что-то там видел. Подъемник. Ну, то бишь лифт. Ладно, здесь больше вроде ничего нету. Можно сохраниться, идти дальше. Так, 1000 кредитов дополнительно, круто. Пенициллинчику. Заглотим сейчас. Здесь как плазма шаганет. И мне трындец. Замечательно. Открывай дверь. Ой, боже ты мой, ты-то здесь что забыл? Ну уже, дружочек, я тебя жду. Давай, выходи. Я ж знаю, что ты рядом стоишь, мразь. Шикарно. Ведь можно все решить было мирно. Зачем все время воевать со мной? Очищенный нулевой элемент. Замечательно. Отвод плазмы. Мне бы их прогнать бы через отвод плазмы. Было бы просто великолепно. О! Я-то в них попадаю, а они в меня. Нет, круто. Ладно, они в меня тоже попадают. Это теперь уже не так круто. Охладись! Я же не хочу, чтобы вы лишний раз помирали, ребят. Зачем мне это, по-вашему? Остудите пыл свой. А, еще минус один. Замечательно. О, это очень плохой чувак. Это прям очень плохой чувак. Что ты мне отбегаешь, сволочь? А, ну а теперь без разницы. Можешь и не убегать. Так, главное теперь убить вот ту гадину, которая вдалеке. Ты думаешь, ты там от меня спрячешься? Какой же ты тупой. Блин, я правда чуть сам сейчас не помер, ну да ладно. Там, походу, еще кто-то остался живой. Так. Ладно, куча патронов. Warning. Access to the reactor area is restricted.
Shepard Locke to the maintenance area, requesting backup. Warning. Access to the reactor area. Backup! Now! Security lock overridden. Неужели это было так сложно сделать? I've got no shields. Ах ты ж мразь. Вот это было больно, вот это будет больно. Это будет жестко. Надо как-то из него избавиться. Warning. Access to the reactor area is restricted. Он прям вот где-то здесь должен быть. Самое важное — убить этого здоровяка. Ау, он еще и бомбалейло после смерти. Круто, я бегу в стенку, не правда ли, мне понравилось. Надеюсь, тебе тоже понравилось, дружочек. Фух. Так, ладно. Последний путь, друзья мои. Надеюсь, все это того стоит. Тысяча кредитов. Кэнсон, мразь. Ладно, не дают сохраниться, значит здесь уже враги. Что, в принципе, предсказуемо. Taking fire. Так, надо быть поаккуратней. Не давать им так меня пробивать. Странно, что замораживающий патрон не замораживает. Ну вот, стоило об этом упомянуть, как вдруг сразу что-то случилось. Извини, чувак, но ты не в моем вкусе, поэтому знакомиться не будем, просто пристрелил. Знаете, наверное, надо будет разделить эту миссию на несколько частей. Ну, типа, побег с доктором Кэнсон. Потом у нас, типа, все окей. И, типа, мы метеорит решаем направить на базу. Однозначно, ни хрена хорошего. Ну, давайте, где вы там? Как дети, честное слово. Так. Ну а для тебя у меня есть особый подарок, друг мой. Говорю же, особый. Так, сохраниться не дает, значит, есть где-то еще куча народа. Это значит, сейчас будет небольшая попа. Попадалова. Reactor temperature approaching critical. Круто. Shepard. Я все понял. Тут как бы есть одна мразота, которую мне нужно убить в первую очередь. Надеюсь, именно он выйдет сейчас. Если выйдет, конечно.
Поджигатель, родимый, я тебя жду, су. Сука, не в таком смысле жду. Мать твоя. Да он меня чуть не убил. С поджигателем надо быть поаккуратней. Ну же, сволота, где ты? Давай, 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 выходи. Покажись. Я знаю, что ты где-то рядом, сволочь. Так. I've got no shield. Да как ты меня так находишь, сволочь? Я хотя бы знаю, что теперь можно туда гранаты кидать. Там мразь может взорваться хоть. Пошел нафиг. Ты меня достал. По сути, здесь у меня только с этим негодяем могут возникнуть особые проблемы. Всеми остальными таких проблем вроде бы не испытываю. Кроме, пожалуй, с тобой. Ты не столь проблема. Ладно, сохранились, все нормально, все шикарно. Станция управления ББББ. Чуть-чуть патрончиков не хватило. Ладно, последнее обходим. Так, можно потом использовать лифт, стену с тремя К-кредитами и охлаждение. You've ruined everything. I can't hear the whispers anymore. Turn around now. You've taken them away from me. I will never see the Reaper's arrival. All you had to do was stay asleep. None of... Joker, this is Shepard. I need a pickup, now. Communication system damaged. Damn it! Evacuation protocols in effect. All personnel report to escape shuttles. Where can I find an escape shuttle? Take the lift from this room to the external access. From there, proceed to the communications tower. The remaining escape shuttles will be located on the tower's landing pad. I have to get to that comm tower and take a shuttle. It's my only chance. Я надеюсь, что с такой кем уже никто не командует, и они не будут сопротивляться и пытаться меня убить, вашу мать, потому что это хреновенькое. Ладно, я попытался спасти все это дело, но у меня ни хрена не получилось. Будем надеяться, что я сделал правильный выбор.
Знаете, я могу сказать так. Я уже ненавижу это сраное место. Просто потому, что я его ненавижу. Я без понятия, как вам это объяснить. В общем, надо как-то от Эмира избавиться. Сбоку меня не обойдут. Так что с этой стороны я могу надеяться на то, что все будет хорошо. Эмир вроде бы застрял. Пора избавиться от одного из моих друзей. Так. Эмир Чемирский. Может, вы как-то подвинетесь немножко? Вам бы щиты четко снять. С броней, честно говоря, вместе. Ну, вот как-то так будет получше, я думаю. А теперь моя любимая. Знаешь что, Эмир? А пошел бы ты в жопу. Тупой робот. Знаете, у меня есть время, я могу пробежаться чуть подальше, посмотреть, нет ли там чего полезного. Заодно, чтобы вам не пришлось куда-то бегать. Но думаю, что нет, там действительно ничего нету полезного. Normandy. Joker, do you read me? Shepard, you have become an annoyance. You fight against inevitability, dust struggling against cosmic winds. This seems a victory to you, a star system sacrificed. But even now, your greatest civilizations are doomed to fall. Your leaders will beg to be harvested. Maybe you're right. Maybe we can't win this. But we'll fight you regardless. Just like we did Sovereign. Just like I'm doing now. However insignificant we might be, we will fight, we will sacrifice, and we will find a way. That's what humans do. Know this as you die in vain. Your time will come. Your species will fall. Prepare yourselves for the arrival. Commander Shepard, Normandy inbound for pickup. Roger that. Joker.
Huh. Looks like you've recovered. Admiral Hackett. Sounds like you went through hell down there. How are you feeling? You went out there as a favor to me. I decided to debrief you in person. That was before the mass relay exploded and destroyed an entire Batarian system. What the hell happened out there, Commander? Have you received any intel about what happened? All I know is I sent you out there to break Amanda Kenson out of prison. And now an entire system is destroyed. I hope you could fill in the leap of logic between those two events. I confirmed Dr. Kenson's proof. The Reapers were coming. And destroying that relay was the only way to stop them. Kenson sedated me for almost 2 days. I started the engines with little more than an hour left. I tried to warn the Batarian colony, but time ran out. The Batarians report no survivors from Aratat. At least you tried. And you believe the Reaper invasion really was a threat? No doubt about it. We literally had minutes to spare. I'm sure all the details are in your report. I won't lie to you, Shepard. The Batarians will want blood, and there's just enough evidence for a witch hunt. And we don't want war with the Batarians. Not with the collectors out there taking our colonists. What are you saying? You did what you did for the best of reasons, but there were more than 300,000 Batarians in that system. All dead. They died to save trillions of lives. If I could have saved them, you bet your ass I would have. You're preaching to the choir, Commander. If it were up to me, I'd give you a damn medal. Unfortunately, not everyone will see it that way. So what do you suggest? Evidence against you is shoddy at best. But at some point, you'll have to go to Earth and face the music. I can't stop it, but I can and will make them fight for it. I didn't expect to see you aboard a Cerberus vessel. I don't like Cerberus or the way they do things. But they brought you back to life, and they're actually doing something about the state of the galaxy. So for now, I can be friendly. Is the Alliance concerned about the Batarians' response to this incident? Very. The Batarians have been looking for an excuse to wage war on us since we showed up in the galaxy. If the Reapers invade, we need the galaxy to work together. If we're at war with the Batarians, the other races will be hesitant to give aid to either side. What's the Alliance doing about the Collectors? We're setting fleets around our major colonies and evacuating our smaller ones. But the ships that encounter the Collectors haven't reported back. We're outmatched. I'm really hoping you and Cerberus have an ace up your sleeve. I'll gladly stand trial once this mission is done. Glad to see working with Cerberus hasn't stripped away your sense of honor. Do whatever you have to do out here. But when Earth calls, you make sure you're there with your dress blues on, ready to take the hit. In the meantime, you keep this. I don't need to see a report to know you did the right thing. Yes, sir. You've done a hell of a thing, Commander. Как-то так, дорогие друзья. В общем, по итогам задания доктор Аманда Кенсон спасена из батарианской тюрьмы на планете Аратот. Она передала капитану доказательства грядущего вторжения жнецов. Шепард был захвачен Кенсон, одурманенный артефактом жнецов. Шепарду удалось бежать и активировать проект, уничтожив ретранслятор Альфа, предотвратив вторжение жнецов. Доктор Кенсон погибла. Система Б-Хак была уничтожена со всеми ее обитателями. Вот такие вот, друзья, дела. Вот такие вот дела. Да. В общем, повышенный боезапас, объем переносимого панициллина, уровень здоровья, кредиты, нулевой элемент. Ну, в общем, всего понемножку у нас есть. Там же палладий, иридий, все собрали. И на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезерзир. Всем удачи и пока-пока.